Дорогие друзья, еще не все здесь, конечно, кто-то ездит у нас, кто-то еще доедет. Но я торжественно хочу объявить начало нашего замечательного вечера, да, и, соответственно, проект «Фламенкура» проводит четвертую «Севильяно-пати», да, и сегодня у нас замечательный коллектив, и в качестве приглашенной звезды у нас Диего. Дмитрий Егоров из города Санкт-Петербурга. И, соответственно, наша прекрасная команда коллектива «Фламенкура». Да, так что, пожалуйста, не стесняемся, встаем, выходим, танцуем «Севильянос». Да, как всегда у нас в программе традиционный курс и все вот это. Да, так что давайте, поехали. Правильно. Жжем, ребята. Cuando viene del campo huele tu pelo, huele tu pelo. Cuando viene del campo huele tu pelo, huele tu pelo. Y al aroma del pino y del romero. Y al aroma del pino y del romero y del romero. Oye, venga, morena de приглашаем всех станцевать первую севильяну. Борач. Thank you.
señores, viva Andalucía. Здравствуйте, Андалусия. Toca
qué guapa que está Sevilla. Ole, ole. La niña con su volante, la gracia en la semblante, simpatía en el envía. Qué guapa que está Sevilla. Ole, ole. Los mozos con el sombrero, su traje de campero, valentía, valentía. Немного румбы. Немного румбы. Можете тоже танцевать ее. Пойдем. María Dolores, cuando se te va el amor, cuando se va la soledad, cuando se va la dolor, cuando se va María Dolores, cuando se te va el amor, cuando se va la soledad, cuando se va la dolor. Baila, 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 esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré, pero no sé qué cantaré. Cuando se quema la voz, cuando se quema la voz.
María Dolores, cuando se quebra con cuando se mama su cuando se María Dolores, cuando se quebra con cuando se mama su cuando se mama la baila, 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 esta rumba taitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré. А вы зря ушли, потому что сейчас у нас, так сказать, очередная Севильяна Рекуэрто. Que todo fue.
Лирическое отступление.
sociedad. Первое отделение закончим термоядерной с Юлианой Лас Брагас. Кэтэкомпер.
тур, и мы вернемся. Дорогие друзья, еще одна севильяна. «En un dos por tres» называется. Мы с тобой попробуем.
Thank you.
Thank you.
se vende lleno, que se vende más para arriba. Aquí no se vende lleno, que se vende más para arriba. Состязание. Прошу выйти, так сказать. Создать небольшой ажиотаж. Я вышла, чтобы создать ажиотаж. Итак, друзья, традиционно для наших вечеринок Селена Пати конкурс на лучшее исполнение традиционной севильяны. Да? Соответственно, как это все происходит? Вызываются добровольцы в парах и танцуют прекрасную какую-нибудь севильяну, которую наши ребята сыграют. После этого мы проводим голосование посредством аплодисментов публики. И лучшая пара, по мнению публики, получает приз в виде бутылки настоящего грузино-испанского чилийского вина. Итак, значит, конкурсанты, пожалуйста, пара номер один, желающие, выйдите на танцпол. Кому в этой жизни больше всего не хватает вина, пожалуйста, выйдите. Пара номер один. Вот у нас, да, пара номер один, запомните ее, пожалуйста. Пара номер два, пожалуйста. Вот, запомните их в лицо, какими они были. Пара номер три, прекрасно. Пара номер четыре, вот мы смотрим там. Полосатых купальников. Значит, раз, два, три, четыре. Будут еще у нас? Пара номер пять у нас есть. Пара номер пять. Раз, вот пара номер пять. Пара номер пять и в сером пиджаке мужчина. Мужчина в сером пиджаке. Вы не желаете быть парой? Вы будете голосовать, я понимаю. Вы электорат. Итак, у нас четыре или пять все-таки. Пять пар, прекрасно. У нас есть пятая пара. Ура, ура. У нас смелые девушки. Поаплодируйте им просто хотя бы за то, что они мужчины. Пара номер один, пара номер два, пара номер три, пара номер четыре, пара номер пять. Они так выстроились интересным образом, но я запомнила вас, каждого. И внимательно, пожалуйста, смотрим, поддерживаем, аплодируем, кричим, свистим и пальмируем. Да, значит, пары у нас танцуют, и после этого мы выбираем лучшую. Ну, по мнению публики, вообще-то вы все молодцы, что пришли и танцуете, вы уже лучше. Это уже состоявшийся факт. Но лучших из лучших мы выберем после Северьяны. Поехали, вам оно. Спасибо, скажем, Тамаде. Все это напоминает некий конкурс на хорошей свадьбе. У нас хорошая свадьба. Сальто Лара. Говорит по-испански. Thank you.
ahora el calvo, que ole ole fuego en el campo. Я лично наблюдала вот оттуда из угла, мне понравились все. Но надо все-таки, у нас бутылка вина одна, к сожалению, надо как-то ее помыть. Итак, пожалуйста, дорогие наши телерадиослушатели, значит, сейчас вам предстоит присудить кому-то из этих прекрасных пар бутылку вина. Пара номер один. Пара номер два, пожалуйста. Дальше у нас так. Опа, и пара номер три вон там. Дальше у нас пара номер четыре. Вот эти. Вот эти ребята. И тоже хорошая заявка. Пара номер пять. Не очень поняла, честно говоря. Победила дружба. По-моему, тоже победила дружба, но надо выбрать. У меня лично... Я все письма оставим себе. Да, просто я себе заберу все. У меня было впечатление, что между парой номер один и парой номер три ожесточенная борьба. Точнее, парой номер четыре. Мы должны разделить этот приз вместе. Да, мне тоже так кажется. Давайте мы присудим этот приз паре номер один и паре номер четыре. Хочу вам вручить прямо со сцены вот ваш дружный кружочек. Забирайте. Спасибо, и мы продолжаем нашу замечательную вечеринку. Пляшу все. Thank you.
Следующую композицию мы, да, это будет инструментальная композиция, и посвятим ее, опять же, нашему другу Диего, потому что она так и называется, Диего. Автор этой замечательной музыки Хуан Гомес Чикойла. Thank you.
Сегодня мы сейчас играем крайне с Юлианом, поэтому у вас есть возможность станцевать сейчас во весь свой пыл. Крайне, не последний. Palacio de tu ar.
Дорогие друзья, спасибо огромное за этот вечер, что вы провели с нами. Нам было очень тепло от ваших танцев, от этой реакции, потрясающее взаимодействие. Спасибо вам. Друзья, спасибо большое. Мы очень рады, что проект «Севильяна Пати» живет. Мы надеемся, что мы встретимся на следующей «Севильяне» с вами. Когда это зависит от вашей активности. И хотелось бы представить участников. Сергей Коняев, перкуссия. Роман Вертягин, бас. Что? Алло. Наш гость из солнечного Петербурга, Дмитрий Егоров, он же Диего. Дорогие друзья, Диего. Алексей Стародубцев, незаменимый Алексей Стародубцев. Владимир Слободин, спасибо. Владимир Слободин, Виктор Павлов. Una rumbita pequeña. Cuando yo te di un beso por la ventana,